гаджеты. Опять этот шепот. Его слышно с тех пор, как пропали все гаджеты. Но у нас появилась надежда. Это вы. Прежде чем вы отправитесь по мрачным путям Цитрус Хилла, я вам растолкую местные правила. У нас тут остался последний выживший компьютер для этой цели. Для того, чтобы принять участие в этой акции, вам нужно сделать репост конкурсного поста к себе на страницу на Facebook. И на момент розыгрыша он должен быть в первых 10 постах на вашей стене. Второе, то что нужно сделать, это составить виш-лист из найденных 13 гаджетов. Как это сделать, я расскажу чуть позже. Третье, это заполнить регистрационную форму, которая находится на страничке, ссылку на которую я оставлю в описании к этому видео. И помни, твоя страница на Facebook должна быть открыта на момент розыгрыша, чтобы мы могли проверить выполнение всех условий. Для того, чтобы собрать все пропавшие гаджеты, тебе нужно найти их и добавить в виш-лист Citrus Hill. Для того, чтобы это сделать, нужно зайти на страничку пропавшего гаджета. Сейчас я показываю просто как пример. Meizu M5C, возможно, ты и не пропавший гаджет. И нажать в список желаний. После чего мы даем название Citrus Hill. Вместе пишем. Вводим свой номер телефона и нажимаем кнопку «Продолжить». Вам должна прийти смс-ка со специальным кодом, которую мы должны ввести в это поле. Нажимаем «Продолжить» и создаем новый список, нажимаем «Продолжить». Товар добавлен в список желаний. После того, как мы добавим сюда 13 пропавших гаджетов, мы должны перейти в личный кабинет. В личном кабинете мы заходим в пункт «Мои желания» и находим нужный виш-лист Citrus Hill. У меня тут один товар, у вас должно быть 13 пропавших гаджетов. И после этого нам нужна ссылка на этот виш-лист. Для того, чтобы узнать ссылку на ваш виш-лист, не нужно долго думать. Вот она. Ну и все, готово. 13 героев, избравшие этот путь и прошедшие его до конца, будут награждены за возвращение технологий в наш мир. Отбор 1 ноября 2017 года совершит самый независимый судья всех времен – random.org. Пройдет это все в Цехабе в городе Одессе. Более подробная информация будет в описании под этим видео. Также будет прямая трансляция, чтобы ни один герой из другого королевства не пропустил розыгрыш. Ну что ж, это все, что я должен был поведать вам. Ну и первая подсказка.